категория, которая хорошо дает отклик. Мила, а если нет ближайшего открытого, то рекомендация. Ну, вообще то же самое, только на личную встречу. Давай встретимся, я тебе все покажу. Просто давай тогда встретимся, я тебе все покажу. У меня есть как раз тот инструмент, который нам это может позволить сделать теперь вместе. Да? Или же, например, я могу сказать... Давай мы с тобой встретимся. Есть уже такие фишки в туризме, да, благодаря которым мы можем с тобой вдвоем отдыхать со своими семьями, но с большими скидками по всему миру. Мечта. И все. Набор слов. Вы просто, когда начинаете звонить, у вас должен быть текст. Вы должны подготовиться. Этот текст должен быть у вас на языке. Сперва на бумаге, потом на языке. Чтобы вы не читали, а реально говорили. Если вы сделаете шаг влево, шаг вправо, ну делайте для творчества, проявляйте. С каждым человеком все равно индивидуальное присоединение существует, да? Но когда вы сделаете 1000, 2000 звонков, я не говорю 100, поверьте, 200, это мало. Когда вы сделаете 1000, 2000 звонков, ваше присоединение даже по холодному рынку вы будете чувствовать и говорить то, что нужно говорить. То есть вы будете попадать в точку. Теперь разбираем мы элемент второй. Пункт у нас по рекомендации. Когда мы звоним по рекомендации, я делаю так. Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте. Здравствуйте. Лариса. Да. Потом я говорю имя. Почему? Потому что мне дали номер телефона, не факт, что это вообще Лариса. Чтобы человек не обиделся. Если я скажу «Здравствуйте, Лариса», она скажет, что не Лариса, положила трубку. Вы ошиблись. Попаду. А тут я говорю «Здравствуйте». Она говорит «Здравствуйте». Я говорю «Лариса?» Она говорит «Да». Я говорю «Мое имя Людмила Ковалева. Мне ваш номер телефона порекомендовала Елена Баранова. Скажите, у вас есть 2 минуты для разговора?» «Да, слушаю вас». Записываем до этого момента. Да, конечно, здравствуйте. Спрашиваем имя отдельно. Дай Бог, чтобы оно совпадало, да? И потом говорим, мое имя Людмила Ковалева. Вы пишете свои, да? Мое имя Людмила Ковалева. Мне ваш номер телефона порекомендовала... Гульмира Аширова. Скажите, у вас есть 2 минуты для разговора? Например, громче говорите, девочки, что вы сказали? Нет. Нет, хорошо. А когда можно вам перезвонить, Гульжан, чтобы поговорить с вами? А, ну... Если ваша подруга дала мне ваш номер телефона, я скажу, что это ваша подруга, вы меня отошьете? Ну. Часто, вы можете сейчас слышите, говорить, я допустим спрашиваю. Вы можете сейчас говорить? Ну, пожалуйста, Елена делает вам замену слов, игра слов. Да. А вы можете сейчас говорить? Вам удобно говорить? Удобно сейчас говорить? Пожалуйста, замена слов. Главное, чтобы этот пункт он был. Знаете почему, Гульжан? Да. Потому что вы дошли до середины и уже почти рассказываете о мероприятии в Алма-Ате, и она вам громко говорит: девушка, вы знаете, у меня вообще времени нету. И ложит трубку, поверьте, столько неприятностей останется у тебя внутри, и ты поймешь, блин, ну что ты не спросила вообще, может ли человек говорить? Он должен быть, просто заменяйте словами, как вам комфортно. Да. Очень часто именно число оно работает, то есть как каждый день несколько раз. Так ну, скажите, как общения, вы считаете нужным, переиграйте. Сейчас по-другому нельзя. Замените, можете говорить. Да, пожалуйста, заменяйте. Я же говорю, вам дается тесто. Как вы слепите, так вы покушаете. Или же оно у вас засохнет, вы даже к нему не прикоснулись. Или оно плесенью покроется. Знаете, сетевой маркетинг, можно вырыть себе финансовую могилу, а можно замок построить. Инструменты у всех одинаковые. Когда я пришла заниматься компанией Fireflies, у меня был минус 1 000 000. Я нашла еще 500 долларов. Но минус 1 000 000 тенге был, конечно, слава богу. 9 месяцев мне хватило, не ездив никуда в своей жизни, продавать путешествия и строить команду, отдать все хвосты и улететь в путешествие своей мечты в Европу. 9 месяцев мне понадобилось. Можно было бы быстрее, немножко ленивее. А люди годами живут и ничего не делают. И ваша яма увеличивается, доллар вырос же, хоп, на 3 метра глубже. Глазами уже не видно воздуха.
Или вы будете звонить по тексту, или вы будете в принципе сидеть со своим пакетом, и больше у вас ничего не будет годами. Выбор с каждого за вас. Поэтому мои тренинги посещают только те, кто работает. Кто не звонит, туда не ходит. Зачем? Я говорю, сиди дома, больше не приходи. Не актуально. Продолжаем дальше. Спросили, есть ли у вас время. Человек сказал, да, у меня есть время. Следующий момент. Так как мне человек дал рекомендацию, он реально понял, от кого я звоню. Да, ну понятно, например, если я говорю, что я звоню от Ирины, Лизат сразу понимает, и она расслаблена. Она меня принимает уже по телефону, потому что много звонков сегодня может быть у человека, да, в день. Левым. Некоторые, допустим, говорят, вот я очень вас хорошо понимаю, потому что нас, вот Людмила, все хотят. Активных, позитивных, таких вот движниковых людей, нас все хотят и звонят очень много. И вот из культуры, кстати, это значит, вам нужно немножко поучиться, я не кладу трубку. Молодец. Но если мне позвонили и сказали, что дала Гульмира Аширова ваш телефон, я тут же задаю как бы тон, встречный вопрос, тема. Я уважаю каждого, кто даст мой телефон, но я сразу человеку говорю, тема. Как только вы перестанете нажимать трубку, но когда вы начнете сейчас звонить, у вас никто не будет. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот, поэтому тоже как бы как рекомендация от оппонента. Вы сразу спросите, зачем человек звонит, и тогда у вас будет то же самое. Вас всегда будут тоже спрашивать и честно вам говорить. А когда у вас есть текст, вы знаете, что надо быстро говорить. Не мямлить, не ля-ля-ля-ля. Если человек спросил прямо, прямо скажи, зачем звонишь. Все. Отпускаешь вопрос какой-то левый, ну, который у нас будет сейчас для перехода, сразу говоришь, зачем звонишь, цель. И вам комфортно, правда? Да. Вот я же сказала, это же кипяток, ребят. Да. Если не попался такой, как Светлана, и прямо не спросила, зачем звонишь, то продолжаем этот момент. Если попала, как Светлана, то сейчас я дойду до этого периода, зачем, цель, да? Первое, что я спрошу, когда я звонила Ларисе и спросила, вот дала ваш твой номер телефона мне, например, Светлана Юрченко, я спрашиваю, Ларис, вы любите путешествовать? Я этого человека просто же не знаю, мне ждали рекомендацию, правильно? Я спрошу, Ларис, вы любите путешествовать? Скажите, пожалуйста, обязательно вежливая форма, которая открывает сердца людей. Можно спросить и скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, Ларис, вы любите путешествовать? Лариса говорит, да. Да, я путешествую. Все, вот этот вопрос для перехода. Если человек прямо мне спросил, зачем звоню, вопроса этого не надо делать. Переход здесь не нужен, она уже сама желает узнать, зачем. Далее я спрашиваю, говорю, дело в том, что в Алма-Ате 12 сентября будет проходить открытое мероприятие по туризму. Текст тот же самый, да? Открытое мероприятие по туризму, но в конце добавляю, на котором будут рассказаны фишки, как можно сейчас путешествовать с большими скидками. Открытое мероприятие по туризму, на котором будут рассказаны фишки, как можно сейчас путешествовать с большими скидками. Открытое мероприятие по туризму, на котором будут рассказаны фишки, как можно сейчас путешествовать с большими скидками. Скажите, Лариса, вам насколько актуальна идея экономии на путешествиях? Это, конечно, актуально, но за это, наверное, нужно там платить будет. Это открытое мероприятие, Лариса. Вход свободный для всех гостей. Угу. Угу. Вам насколько актуальна такая тема? Мне она важна, долго это будет по времени? Тогда запишите адрес, пожалуйста, Ларис, где это будет проходить, время, и диктую человеку сразу адрес и время. Долго это будет по времени проходить? Минут 40-45, Ларис. Угу. Хорошо. Еще раз, да? Будет проходить открытое мероприятие, на котором будут рассказаны фишки, благодаря которым можно отдыхать с большими скидками. И задаю вопрос. Мне нужно узнать, актуально ли для человека вообще на сегодняшний день. Насколько вам актуальна идея экономии на своих путешествиях? Это, пожалуйста, дословно. Насколько вам актуальна идея экономии на своих путешествиях? Насколько? Если я сейчас прошу у Ларисы, а вам вообще... Если я спрошу у Ларисы, вам нужны скидки? Она может сказать да или нет. Прямой ответ, вопрос
получит прямой ответ. Да? То есть я спрошу, Лариса, вам это надо? Вам это актуально? Нужно? Она скажет или да, или нет. А если я скажу, Лариса, а насколько вам это надо? Очень сильно фонит, да? А насколько вам это надо? То Лариса задумается, насколько ей это надо. Насколько вам актуальна идея экономии на своих путешествиях? Идея экономии на своих путешествиях. Ну, человек хотя бы чуть-чуть должен подумать, что такое звонок, поверьте. Звонок — это эмоции. Если мне позвонила Лариса и не вызвала во мне эмоцию, я не буду вообще вспоминать даже про ее звонок. Но если я звоню и вызываю эмоцию у Ирины, любым текстом, который нестандартный на сегодняшний день, я сразу же вызываю у нее эмоцию. Она запоминает меня, мой звонок и, самое интересное, мой голос. Представляете, да? Мой голос запоминает. Если я не вызвала эмоцию у человека своим звонком, это ну просто пока еще это опыт, практика, да? Надо вызывать эмоцию. Поэтому, когда мы делаем звонки, мы придумываем такой текст, который не используют люди, как вы говорите, которые постоянно звонят. Мы стараемся делать это по-другому. Если вы слышали, как мы рассказываем маркетинг, у нас слово циклов вообще не существует. У нас существует все, кроме циклов, там всяких бонусов. Все те же самые цифры, но слова другие, понимаете? Если я открываю человеку даже тот же цикл, я никогда не скажу, что это цикл. Я ему говорю, смотри, какая у тебя антикризисная программа. Где ты стоишь? Ты посмотри, как классно. И пошло. Кому интересно, потом расскажу, поделюсь. Итак, идем дальше. Мы прошли сейчас по рекомендации. Если человек говорит, Лариса мне говорит, вы знаете, я не могу в понедельник. Ведь может быть такое? Может. Она говорит, я не могу в понедельник, но мне это актуально. Я ей говорю следующие слова. Давайте мы с вами так договоримся. Когда в следующий раз будет проходить такое мероприятие в Алма-Ате, я обязательно позвоню и вас приглашу. Давайте договоримся с вами тогда. Почему я говорю договоримся? Потому что когда я буду звонить ей во второй раз, я буду звонить с волшебных слов. Лариса, добрый день! Мы с вами договаривались. Понимаете? И она не может отказаться от моего звонка. И она не может, в принципе, сказать, ты чё опять звонишь? Поэтому я так говорю. Давайте, Лариса, мы тогда с вами договоримся так. Когда в следующий раз будет проходить такое мероприятие в Алма-Ате, я не говорю такое же, они не могут быть одинаковые. Сергей Тишко только 12 и 13. Он не может быть 17 или 21, понимаете, в Алма-Ате. Поэтому я говорю, такое мероприятие в Алма-Ате, я обязательно вас приглашу. А чтобы ваши мероприятия в Алма-Ате были всегда, нужно просто иметь систему презентаций раз в неделю или два раза в неделю. Поэтому нам с этим легко мы проводим. Если человек проводим. По телефону говорит, ну вы мне сейчас можете вкратце рассказать, о чем пойдет речь? О больших скидках на ваше путешествие. Ну за счет чего вы мне можете рассказать? О больших скидках на ваше путешествие, поэтому я к вам и звоню, Лариса. Потому что именно на мероприятии будет показано для всех туристов эти фишки. Для всех, Лариса. Записали адрес, где это будет проходить? Я вас жду. Так, теперь идем дальше. Человек сказал, не могу. Записываем, сохраняем номер, чтобы была возможность позвонить. Или человек говорит, вы знаете, мне это не актуально. Ну вот сейчас вообще не актуально. Раньше всегда путешествовал, а сейчас вообще не актуально. Бизнес упал или еще что-то, понимаете? Да, не актуально сейчас мне вообще путешествие ваше. Я могу спросить рекомендации, могу. А есть кто из родных или близких продолжает путешествовать, им это будет актуально? Да, есть. Я задаю свой вопрос всегда так. А как я могу с ними связаться? Я играю словами, понимаете? Чем слово не стандарт, не вопрос мой, тем больше человек мне выдаст информации, мозги его еще не готовы мне сделать блок. И я ему говорю, а как я могу с ними связаться? Естественно, разум говорит, ну я вам дам номер телефона, свяжитесь. Но зато человек мне сам это сказал, что он хочет дать мне номер телефона. И мне эта игра нравится. А бывает такое, они говорят, ну я сам им позвоню. Пожалуйста. Если что, да, можно... Хорошо, конечно, обязательно. Конечно, Анна, обязательно. Я буду вам очень благодарна. И вы, пожалуйста, сохраните мой номер телефона. Когда вам понадобится отдых со скидками, вы уже знаете, к кому вы можете обратиться. Я вложу ей другую программу, что у нее уже есть, кому надо обращаться. Не надо всем звонить дальше.
Если человек говорит, у меня нету никого порекомендовать, и мне пока просто не актуально, потому что просто нет денег на это, да, или другие семейные задачи, он мне честно сказал, человек, да, я говорю, Аня, вы тогда сохраните мой номер телефона. Когда вам понадобится отдых с большими скидками, вы уже знаете, к кому вы можете обратиться. Я оставляю двери открытыми. Как говорили лидеры Сивара, всегда человек может что-то измениться, и он начнет опять путешествовать. Скажите, а есть у ваших друзей, а, может быть, ваши друзья или знакомые сейчас собираются куда-то ехать отдыхать? Есть у вас знакомые, друзья, которые собираются ехать отдыхать? Валь, невозможно, не может быть. Вот эти слова сомнения убирайте. Есть у вас? Есть ли? Ну, да. Скажите, а есть ли в вашем окружении такие... Не, ну ты уже лиза длинно загнула. Это уже встреча у тебя по телефону. Есть у вас знакомые друзья, которые сейчас собираются отдыхать? Все, сейчас школьные каникулы. Из вас многие сказали, что цель поехать на осенние каникулы за границу с детьми. Вы думаете, вы такие, только одни с такими мыслями? Еще десятки других есть. Записали, да? Идем дальше. А если говорит нет, то значит спрашиваем рекомендацию. Если вообще нет, то просто говорим, сохраните номер телефона, когда понадобится, вы уже знаете, к кому вы можете обратиться. Идем в третью категорию. Третья категория – это категория, которой вы не знакомы, с вас никто не знает, номер взят вообще где-то. То есть получается так. Мой совет, я всегда говорю честно, где я взяла номер телефона. Я не придумываю тексты о том, что, ой, вы знаете, я не помню, но вот как-то он оказался у меня в телефонной книге, тут вот у меня что-то там, это детский сад, не работает. А если группа, допустим, определенная, но ты не знаешь этих людей? Какая группа, Люда? Ну, допустим, группа духовная. Группа где, Люда? В WhatsApp. Так и говоришь, мы с вами в одной группе состоим. С этой же группы я подписала буквально туроператора на прошлой неделе, лайф-пакет. С одной встречи. С одной встречи. На мой день рождения встретились 30 августа, а 2 сентября она уже сама звонит, хочу купить. Все. Поэтому группа, я звонила и говорила, мы с вами состоим в одной группе. Вот такой-то, такой-то. Сейчас у каждого много групп, да, чтобы человек понимал, с какой группы. Да, я с вами состою в такой-то, такой-то группе. И пошел по тексту. Но сейчас мы говорим о другом. Холодный рынок. Первое мое требование – говорить всегда, где вы взяли контакты. Не врите, не придумывайте. Просто скажите правду. Если вы взяли в объявлениях, так и скажите, я взяла в газете, я взяла на Сланде, я взяла в интернете, я взяла ВКонтакте на вашей страничке, мне очень заинтересовала ваша страничка. Но скажите, где вы взяли, через комплимент, да, обязательно. Теперь я звоню и говорю, добрый день, я Ксении сейчас буду звонить, добрый день, Ксения? Да. То опять же спрошу имя, понимаете, да, не факт, что имя совпадает с номером телефона. Ксения, мое имя Людмила Ковалева. Я вот ваш номер телефона взяла на сайте Сланда. Можете говорить? Есть время? Да. Ну почему она может говорить? Потому что она на сайте дала объявление, она ждет звонков, по идее. Она все равно может говорить, да? Всегда, когда скажешь, что ты со Сланда звонишь. Ксения, дело в том, что у нас в Астане, у нас в Алма-Ате будет проходить мероприятие открытое по туризму 12 сентября. Где будут рассказаны фишки, как можно путешествовать с большими скидками по всему миру. Вам вообще насколько актуальна идея экономии на своих путешествиях? Актуально. Отлично. Ксения, запишите тогда, пожалуйста, адрес, где это будет проходить. Это будет проходить в отеле «Астана» в 19:00. Я вам еще обязательно 12-го...